Согласно некоторым источникам, сегодня в Вагдаме, а также с армянской стороны, в Горисе, имеет место определенное скопление вагнеровских сил. То есть Россия во многом уже не доверяет Азербайджану. Она сама должна будет попытаться сделать многие вещи. Потому что Азербайджан и сам понимает, что становится инструментом в руках России в ее большой игре. Поэтому Азербайджан попытается сделать все, чтобы показать, что сначала была открыта Агдамская дорога, уже после чего он открыл Лачинскую дорогу. Получится или нет, это уже другой вопрос. И для этого он должен предпринять какие-то шаги, потому что Лачинскую дорогу он откроет. В ближайшие дни, да, он откроет, он это хорошо понимает. В ближайшее время — это понятие относительное. Сейчас несколько недель, это ближайшее время или нет, не знаю, но он откроет. Он это хорошо понимает. Для этого нужно представить все так, что они были открыты таким образом и с такой последовательностью, с которой он хотел. Но русские могут многое спутать. Господин Папян, я не поняла, для чего нужны эти вагнеровские силы? Сейчас. Чтобы азербайджанцы оказали давление на армян, они должны этого очень сильно захотеть. А если Азербайджан понимает, что таким образом Россия настраивает его против Запада, то может не пойти на это. А если у тебя там есть, так сказать, какие-то люди, которые устроят провокацию, они могут с двух сторон устроить провокацию. И русские — самые большие мастера этого дела. И всегда так делали. Иными словами, они находятся там для провокации. К примеру, скажу прямо, я не уверен, что в сегодняшних событиях в Сотке, то есть я почти уверен, Россия замешана в этом. Сформулируем так. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.